Здравствуйте, что хотели вы? Еду, да? А что там у нас надо своровать сегодня? На первое гуляш, на второе у нас сациви. Ты, тварь, не обордела вообще? Банан не жрет, понимаешь, из Франции. Ветеран, еще родственники его прислали нам. Что алкоголь ты сюда? Алкоголь хочет. Алкоголь? Да. Вы же у нас алкоголь, Жанночка, давайте. Ответственная. Да, а я где, все выпила. Где бухло? А, сама выпила. Да, я меня поняла, Жанна гость, ей все можно. А ты-то что по тарелкам лазишь? Забили. Забили Насю, Марфу Васильевну. Забили. Забери меня с собой. Ну, кошку мучает, иди, моя лялечка. Че ты растрынделась? Только Галю она любит. Вот видите, вы тоже кошечку так. Ой, жалуется Галя. Ой, пришли кобылы. Кобылы еду мою спрятали на газплиту. Это наша еда. На руки села и молчит. Это наша еда. Это еда наша, человеческая. Вот так Галина Витальевна открыла свой питомник, чернокотный называется он. Регулярные рейсы Питер, Германия, Цвикау, Москва, Алма-Ата. Если кто-то хочет такого кошечку, какого кота, вот, который вот так вот целует, лижет своим шершавым язычком, велькамен, велькамен. А если вы хотите... А если вы хотите выйти замуж, вот вам психолог. Жанна. У нее все хорошо с мужчинами. Красивой же, Жанна. See you soon, baby. До свидания. Россиянкам передайте привет. Россиянки, любите себя. Приезжайте к нам. Приезжайте к нам.